Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет очень обычное, важное и душевное видео. Посмотрите его от начала и до конца. Давайте объясню, в чем суть видео. Вчера перед сном я решил зайти в YouTube и посмотреть, кто там что выпустил по Мазингу, либо кто стрим ведет и так далее. И я наткнулся на стрим своего подписчика. До того, как я ему написал, я не знал, что это мой подписчик, поэтому вы в принципе все видите. Хочу сразу вас предупредить, что человек картавит, поэтому отнеситесь к нему нормально. Я лично отношусь к таким людям совершенно нормально и спокойно. Надеюсь, вы у меня такие же. Поддержите этого парня. Ссылку на его канал я оставлю, если что, в описании. Также, если вы захотите пересмотреть стрим, потому что это был именно стрим, я просто взял запись и вырезал в записи это все самое интересное и покажу вам. Реакция была очень приятная, на самом деле. Реально очень было приятно видеть такую реакцию от подписчика. Очень была теплая реакция, можно так сказать. Поэтому давайте реально его поддержим. На его канале сейчас почти уже 300 подписчиков, давайте ему добьем 500 подписчиков, я думаю, ему будет очень приятно. Повторюсь, ссылочка на его канал будет в описании, и ссылочка на стрим также будет в описании, потому что я показал не все. Я к нему зашел там в Discord, но меня было плохо слышно, поэтому я все, в принципе, вам это не показал, но вы можете посмотреть сами все это у него на записи стрима. Все, желаю всем приятного просмотра, также хотел бы напомнить, что я играю на первом сером Мазинхоли Плей, Мони Кирилл Подбуль, не забывайте вводить мне при регистрации, и также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. Как только вы прокачаетесь до 10 уровня, вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сером Мазинхоли Плей. Также не забывайте подписываться на канал, нам совсем немного осталось до 15 тысяч подписчиков. Ну и также не забывайте подписываться на Серегу. Именно так зовут нашего героя сегодняшней серии. Все, всем желаю приятного просмотра. Привет, его? Я! Да ну, блин, я тебя знаю сколько лет смотрю, ты не поверишь. Я уже 3 года тебя смотрю, короче. Это он, привет. Я 3 года его смотрю, я серьезно говорю. Я 3 года его смотрю. И сейчас смотрю. У него сейчас на первом серии его все. Да 3 года его смотрю. Я серьезно, блин. Блин, рад познакомиться, Кирилл. Самый богатый человек на сервере, на 01 сервере, блин. Ой, господи. Мне самые топовые подписчики приходили ко мне. Я правда долго тебя смотрю. У тебя контент просто необычный. Просто необычный контент. Сколько я не смотрел твоих подписчиков, вот это все. У тебя контент вообще годный. Давайте так, плюсики пишем и передаем ему привет. Подписчики, давайте сейчас соберемся всем чате и пишем привет, 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 привет. Как говорится, кого они не встретятся на своем стриме, блин. Блин, я офигеваю. Кирилл был на стриме у нас. Я в шоке. Пацаны, давайте сейчас попросим вон сюда это прислал. Просите, все пишите сюда, вон сюда прислал. Пишите все сюда. Тятик, тято, фудите вон сюда засол. Фудите, просто фудите ему. Просто фудите вот засол в Дискорд и вы заходите. Заходите все в Дискорд. Блин, ну я. Блин, я не ожидал, он на стрим зайдет. Что, пацаны, как дела? Блядь, кто? Чего, это он? Ля. Я что же человек, как я же за телефон. Ля. Я смотрю уже очень долго, понимаешь? А я его 3 года смотрю. Какой ты обычный. Ты издеваешься. Не, я серьезно говорю. Не, я тоже серьезно говорю. У тебя просто активность, просто, ну, нормальная, просто у тебя столько подписчиков и я сколько у тебя людей. Нормальная. Твои видосы каждый день смотрю, понимаешь, и мне просто топово, блядь, честно говорю, лайки ставлю. Дурс, я не ставлю, я каждый день вообще ставлю ему лайки и вообще с ума схожу с этого канала, я серьезно говорю.
Ну что ж, вот такое вот получилось видео, надеюсь, оно вам понравилось. Давайте максимально берем лайков на этом видео, потому что видео реально получилось прикольное. И чем больше здесь будет лайков, тем больше людей посмотрит это видео и больше людей поддержит Серегу. Давайте все реально подпишемся дружно на его канал. Повторюсь, ссылочка на его канал есть в описании. Я редко делаю подобное видео, но мне приятно помочь таким людям, как он. Да и вообще, я люблю помогать развиваться новым интересным каналом. Поэтому, пацаны, повторюсь, ссылочка на его канал есть в описании. Также, если вы хотите пересмотреть полностью всю ситуацию на стриме, то ссылочка на стрим также есть в описании. Все, всем спасибо за просмотр. Еще раз ставьте лайки, повторюсь, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Сергея. Я думаю, ему будет очень даже приятно. Все, всем пока-пока.